Здравствуйте, уважаемые товарищи. Я рабочий электромонтер открытого акционерного общества «Саровская генерирующая компания», председатель независимого профсоюза рабочих «Защита». Призываю вас вступить в ряды Рабочей партии России. Для чего вам это нужно? Вам это нужно для того, чтобы реализовать свои права, за которые рабочий класс на сегодняшний день будет осуществлять свою борьбу. А мы знаем, что партия – это авангард рабочего класса. Нам эти вопросы будет решить гораздо проще. Расскажу немножко схематично о ваших действиях. Если вы собираетесь отстаивать свои права как работника и непосредственно рабочие права на производстве, вам необходимо, первое, вступить в профсоюзную организацию или создать ее. Второе, работать, как говорил наш великий вождь Владимир Ильич Ленин, в любых, даже в самых желтых профсоюзах за борьбу, за отстаивание прав рабочего человека. Соответственно, третье, вы должны обязательно вступить партию для того, чтобы ваша борьба была оправданной, чтобы на вас висела общественная нагрузка, потому что ответственность за это лежит именно на членах партии, которые разрабатывают те или иные документы, рекомендации, которые следует воплощать в жизнь. На сегодняшний момент мы знаем, что моментом борьбы является это заключение коллективных договоров. И такого опыта, как в Рабочей партии России, его анализа и внедрения в жизнь, наверное, современная Россия сегодня не знает. С ними можно будет ознакомиться. Это коллективные договора первого контейнерного терминала, коллективные договоры Дальневосточного порта, коллективные договоры авиадиспетчеров. То есть у нас сегодня можно посмотреть на передовые организации профсоюзные, которые ведут действительно борьбу за свои права. Наше дело правое, за нами победа. Вступайте в Рабочую партию России.